Футбольный «Енисей» готовится к важнейшей домашней игре. Уже завтра в 7 часов вечера в манеже «Футбол-арена» наша команда встретится с клубом премьер-лиги из Грозного. Матч «Енисея» и «Ахмата» пройдет в рамках 1/16 финала Кубка России. Интерес к этой игре огромен, но уже раскуплены все билеты. Но организаторы не исключают, что завтра может появиться еще немного свободных мест на трибунах. А те, кому их не хватит, смогут посмотреть прямую трансляцию матча на нашем канале. Футболисты обещают красивую игру. Наша команда выкладывается всегда. Либо кубковый матч, либо чемпионата. Всегда выкладывается на полную. И в этой игре будет именно так. Мы не боимся соперников и своими действиями не хотим позволить, чтобы они поняли, что мы испугались или играем как-то вторым планом. Нет, мы будем придерживаться той же игры, которая и в чемпионате у нас.